Блокнот, верно? Пакет. Сначала нарисуем верхнюю часть пакета, вот так. Прямоугольник, это одна сторона. Рисуем боковую сторону. Теперь вот такие ручки. И перед нами пакет. Наш супер-пупер. Блокнот, верно? При помощи изогнутой линии нарисуем переднюю часть следа. Теперь осталось нарисовать каблук. Вот он, след. Занесем ее в наш супер-пупер. Блокнот! Блокнот, верно? Итак. Сначала рисуем прямоугольник. Теперь прямую линию, маленький прямоугольник внутри и два завитка, очень напоминающие круги. Готово.